Сегодня 8 сентября. Между прочим, день рождения Володи Пащенко. Вот. На Тихонович, брат Володя, приспособились очень удобно тут работать. Сейчас посмотрим, благодаря чему. Вот такой козлик. Специальный козлик сделан. Вот так, очень просто. Ложишь, держишь, второй пилит. Вот так вот. Немецкая бензопила штиль. Это не реклама, просто хорошая бензопила. Значит, как вы так приспособились? Что это такое? Как на пилите? Треножек там сделал, потому что ему наклоняться надо все время. А вот треножки. Треножки, говорят. Больше ничего нет. Наклоняться его уже не надо. Я туда хватаю, он пилит. Эти топором будут колоть, рубиться, да, вон тем. Сейчас здесь специально закопано. Вот на таком уровне просмоленный стол. Ну, зазвонили, сейчас мы его откопаем. Вот он стоит. Его не трогает. Я на нем топором рублю. Сейчас я покажу. Вот так, когда мы закончим, зарывает не берем, я сразу подойду вот сюда. Вот, вот он. Неудобно здесь, тут, конечно, да. Так оно не делается. Нужно освободить сначала, чтобы стоять свободно. И на Тихоныч он просто показывает, как оно работает. Да, это может быть и опасно. Работа вся опасная. Бензопила, топоры, колуны. Пазы для бревен. Чтобы... Надо было не допиливать, переворачивать трубу, потому что в земле везде кольцы. А там Никита у нас колет. А там я колю колуном железным. Такого колуна ни у кого, наверное, нет во всей России. Железный колун абсолютно. Чтоб не сломать. Главное на гвоздь напороться, а то все, цепи. Идет конец.
вначале сначала помолились. А, новый завет. С тобой карманы новый завет, раз, посчитал. Как работа идет, и все это по-божески. А в городе как ты будешь? Поезжайте в деревню. Деревня пустует. Хорошие мужики тут. У нас и женщины работают все время. И в огороде и на гостях их привозят там, ну, такое, и за грибами ходят постоянно. Это не городские сидят изнеженные. А, гвоздь выделили. Подставляет каждый раз. Дурные девочки. Стоит там, крутит задница, еще она знает-то. Не накорми ее, она не будет. За счет деревни все живут-то. Вот так. Щурки как не бывало, расколотил. Гвозди. Ага, гвозди Володя заметил. Пошел за выдергой. Где гвозди-то? Ага, вот они. Как страшно-то. Большие на 150 тут. Даже не знаю, как они пойдут, не пойдут. Больно-то вытащишь сразу, да? Ну да, тут на большой рычаг. Он даже с той стороны торчит, смотри. Похоже, что пила на него налетела, глянь. Да, это моя работа. Твоя работа, да? Да. Вот пилу где посадили, цепь. Это тебе надо сохранить на память, отпилить ее. Подожди-ка, этот гвоздь. Ну она так-то не нужен. Он. Тут не нужен, это вот этот, отцепи себе на память. Я тебя попрошу, отцепи вот так. Это очень полезно. Потому что дорогая цена. Он где щиркнул, успел. Где? Вон она, видно где. А вообще, здесь скворечника была прибита. Я ему сказал, когда стал пилить здесь, я говорю, отцепись дальше. Он прям рядом пилил. Наклонный гвоздь. И не хватило ему еще 2 сантиметра, и пила полетела. Вот теперь начали пилить. Я хочу, чтобы он так отпилил ее, вот этот участочек. Ну, небольшой, 20 сантиметров, 25, на память. Смотрите, какие. А это что? Ну что, чурка. А там это? А гнезда не было? Сучков не было, нет, не было. Ну, тогда не сделать ничего, да? Гнездо нельзя сделать? Да, может, и можно. Можно. Отложи его где-то отдельно. Я постараюсь скворечник сделать из него. Вот, тут, когда деревья валяли, на них скворечник. У меня в саду было 123 скворечника. Ну и, конечно, упали. Вот вчера я 6 штук поставил на ноги. Скворечники. Так. Все. Да не ошибись еще раз. Пила не наша. Пошли у Романа попросили. Роман вообще простой человек. Ну-ка. Он не крутился. Вот так. Каждый день, чтобы с собой что-то писали на картонке, запомните Святой Библии. А если этого нет, ну, значит, взял да и почитал. Мы останавливаемся иногда и молимся. Вот показать только работаем. Тут я штаны покажу. Вот видите, как сверху сапог. Так только в глубоком снегу, когда идешь, еще перевязать надо, чтобы... А сегодня опилок много попадает. Я так не делаю летом. Ну, видите, как поверху. Ну, в ботинках понятно. Вот так. Оказывается, на простом деле пилить щурки тоже нужен
опыт. А вот как складывать? Смотрите, какие у нас поленницы. Сейчас покажу. Это мы здесь, только на одном месте. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 поленниц заложили. Ну, они невысокие. Ну, примерно 1,52 м. Так вот. А я видел, в горах был, там уголь-то не довезешь. И решил сделать, как они делают. Они делают так, круглый, вот такой вот так, родышинники-то я пройду у тебя показать. Вот так вот круглый, его видно, что. И так завершение. И меньше промокает, и не падает. А такое надо колья ставить, то другое. Вот она как выглядит. Это первый раз я тут поставил такую. Пирамидальная поленница. Тут у нас кривые-кривые. Ну и что? Такой клен. Здесь и ворованные чурки не ходят. Прямые на привожу. Бензина нет, да? Наверное, бензин, да. Вот так. Ну, у нас тут шарик рядом. Ну, не рядом так, а в сторонке. Белая это больная кошка. Сейчас подошла сюда и села, ну, прямо около самой пилы. Потому что ее жизнь закончена. Вот она, иди сюда, иди, белая. Ну столько в ней ласки, с колен не слазит. А сама не может, ноги-то не движутся. Хаска перекосила собака ей. Она сидела здесь, отдыхала после ночной охоты. Прямо здесь вот. Она заскочила. Хозяйка ее там волейбол играла. А она в это время подлетела раз и знает, куда кусать. Перекусила вот хребет сзади. И у ней ноги отнялись. Желудок не работает. Ну, батюшка, все говорят, ну что мучаешь себя ее? Ну не могу просто убрать ее пока. Самым лучшим подкармливаешь. Она даже ни грамма не похожа на прежнюю. Как человек. Вот молодой был, и вдруг где-то что-то с ним случилось, и он теперь недвижимый, и тоже меняется же. Бывает, упал со скалы, как артист, или перепрокинулся во время съемки где-то. Тоже бывает. Выдерга, думали, потребуется, а выдерга не потребовалась. Я сказал, вот он, Володя взял ее, раз промахнулся, вот рядом покажу. Все время перед собой держи, чтобы потом помнить. Так делают люди. Император один пришел в одном тулупе, написано, кажется, в Маврике. И после этого тулуп он берег и поднимал. Ну вот отверженный для мизерабля Виктор Гюго. Да на пол поставь, на пол, воткни в землю ее. Вот так. И у него там башмаки стояли, кажется, и подсвечники, которые монсеньор Бивеню подарил ему епископ, ну, которого выдвинул на эту должность Бонапарт Наполеон. Видите, сколько разных мыслей приходит вот по такому маленькому сучку. Вот это Буска. Это Буска, ее младшая сестра. А это все время вот такой вид. Плакать хочется смотреть. Вот встану утром, молиться, она и ласкается, ласкается. Передние ноги-то движутся, а задняя она кое-как в сгибе не работает. И на колени лезет, на одних передних ногах, и с колен не слазит. Она понимает, жизнь окончена. Ее показываем, где снимок какой, там вообще красуля. Глаза какие голубые, умница. И вот такая беда. Нарушили устав, за собакой не досмотрели. А она полудикое животное, собака, хаски. В числе собак 400 пород, она на последнем месте стоит. Это ездовые собаки, их на лето отправляют. Не кормят, и они по пустыне бегают, сами добывают себе добычу. А добывать как? Вот сзади подскочила, перекусила, как львы бьются, когда сзади ему. Вот, и все. У него недвижимо. Она знает, куда кусать. Ну, природой заложено это. Льва-то никто не учит.
Там, кажется, дупло хорошее было, Никита. Если очень хорошее дупло, то можно оставлять было его, не колоть. Да нет. Дырку просверлить только, и скворечник был бы. Да они дуплянки любят, скворцы. У меня были из валенка, из сапога, из огнетушителя, из чугуна, из ведра, из бетона. Еще только не было. Ну, 123 скворечника в саду. Здесь, в Потеряевке. Теперь этот дом принадлежит Никите Колесников. Вот она опять подошла ко мне рядом. Вот она сидит. Где бы я ни был, она по голосу приходит, а плохо слышит, видимо, перекусили ей. Вот она дутая такая, видимо, не перерабатывается. Ну, от ней гальяну даешь.